В ассортименте были пиво, несколько видов, коньяки, водка и даже чача, расфасованные в фабричную тару. Желающие могли приобрести спиртное и на разлив. В том же помещении функционировал своеобразный кафетерий. Проверка магазина проходила в рамках комплексной профилактической операции «Курорт». Был установлен факт продажи алкоголя при отсутствии необходимых документов. Как отмечают сотрудники полиции, наличие таких нарушений чаще всего указывают на сомнительное качество товара. Сейчас проверка по данному факту продолжается, алкоголь изъят и направлен на исследование. Проводится административное расследование.